Подъем по штурмовой лестнице, преодоление 30-метровой дистанции и эстафета. Дисциплины сложные, но школьники справились с ними на отлично. В спортивно-тренировочном манеже при учебной части прошел чемпионат области по пожарно-прикладному спорту. За первое место боролись 11 команд со всего региона. Состав команды 8 человек, как юношей, так и девушек. Все победители и призеры будут награждены призами, медалями и кубками. Соревнования подобного рода проводятся в регионе впервые. Их участниками стали более сотни человек. В результате упорной борьбы в общекомандном зачете золото взяла кадетская школа номер 7 имени Кашкадамовой. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.